Водится она в озере Изник. Так что сегодня мастерству научимся, сами будем расписывать. Софийский собор в Никее, в Изнике. Хожу по территории и просто любуюсь. Энергетика, конечно, здесь сумасшедшая. Здесь проходили два вселенских собора, я уже рассказывала в предыдущем видео. Это центр Изника. Вот такие вот обалденные цветочки у нас тут. Красота. Розами пахнет. Я просто влюбилась в этот городок, и вот приехали выходные, в праздничные дни. Наверное, чья-то усыпальница, я так понимаю, саркофаг чей-то. Греческие надписи на греческом языке. Софийский собор. Кому-то хорошо отдыхается, как это вот улочка моя любимая с посудой. Сразу и расписывают картины. Это художник. Иди, Митя. Гатя. Ну так вот их расписывают, а потом обжигают. Ярмарка, Никея, Изник. Это все керамика, керамика и керамика. Мераба. Хотела бы еще себе плоскую тарелку взять. А вот эту тарелку, вот сколько она стоит? Это все керамические украшения, брелоки, кстати, неплохие, кому-то в подарок. Это вот так вот рисуют
Да, посмотри, покажи. И вот так вот получается потом такая красота. Так, стоит вот эта красота 75 лир. Это ручная работа, раскрашивание. Ярмарка керамических украшений. Тут можно ходить вечно, и все будет нравиться, и все будет хотеться купить. Мираба. Мираба, хорош геленс. Так что сегодня мастерству научимся, сами будем расписывать. Тешекюлер. Нотфорт. Вот мы подошли к крепостной стене древней Никеи. Самая сохранившаяся часть стены в Изнике. И ворота. Въезд в город. Эта стена опоясывала весь город. Идем к озеру купаться. Озеро Изник. Это вот вход через западные ворота к озеру. Изник за всю свою историю так и не вышел за пределы крепостной стены. Когда-то это был очень значимый город для Византийской, для Римской империи, пока его не завоевал Архангази. И вот озеро Изник. Водичкой озерной. Идем кушать рыбку, выловленную из озера Изник. Виды из кафе. Причем, живя у моря, тут открою купальный сезон в озере. Вот такая рыбка. Водится она в озере Изник. Ну, нам афие толсун. И кто за столом, всем приятного аппетита.